Yeah, yeah, Vin Diesel. Ta-da, ta-da, ta-da-da. Гульман лучше игры, все что угодно лучше этой игры. Болеть, не знаю, 2 месяца ангиной лучше, чем эта игра. Ты лучше придумай, что хуже этой игры. Да я понимаю, что вы перечисляете совсем уж отмороженные игры, типа там Макаймура, Dark Castle, еще какое-нибудь говно, но... Причем, как это ко мне относится? Я ж... не подписывался играть в такую жесть. Карта на эту сторону. Да не кидайте половинчатые карты, нахер они мне. Когда будет карта всего, что нужно сделать, тогда кидайте. Это только отвлекает это. До ящиков и прочего говна я вроде как и сам могу добраться. Так, все, в погоню за ящиками. Блин, ситуация осложняется тем, что я уже залипаю. Скоро, наверное, все-таки спать пойду. Не пройдем мы сегодня эту игру. Не хватит меня. А жаль. Очень хочется с этим говном разделаться. Второй раз его запускать будет... удовольствием ниже среднего. Так, сейчас будет простой участок. Разберешься. Так. Она еще и дамажит оттуда. Шваль подзаборная. Красный паскот. Отсосем. Так, ладно, хер с ним. Нам в любом случае сюда. Пока не хилимся. Стоп. А, нет, снизу. Блять, ну мужик, а. Ну мужик. Блять, да не в них!
Люди вообще не задумывались ни о чем, когда делали эти уровни, по-моему. Отбитые ублюдки. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он. И вот там еще невменяемое место абсолютно же. Изи, Боризи. И наверху аптека. Илья, ну это игра по фильму, которую делала 3,5 ублюдка, индуса, за еду сделали, естественно, отъебись, я не в претензии. Не, не в претензии. О, у Гитмана игра поменялась. А, нет, это все еще другое. Я не знал, что там есть уровень, где надо через кольца прыгать. А, это же обычно, типа, в конце уровня говно. Он Лиспейс дорисовал, ну... Ладно, сейчас я пока открывать не буду. Мне кажется, вот когда я с фейлю... Просто если я сейчас буду смотреть, мне кажется, я только запутаюсь. Вроде мы как-то где-то, куда-то прогрессируем. Не знаю, правда, куда и с какой целью, но... Куда, блядь, прыгать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну вот, короче, сейчас и начнем заново. Да. Хотел я аптечку взять наверху. Да, взял хуй себе в рот. Все, последний трай, если я сейчас умираю, то пойду спать. Увы, я оказался слабее этого высера. Это просто невыносимо каловая игра. Так, ребят, каждого, кто... Ай, ладно, черт с ним, лучше отдохни. Я вот серьезно, вот от этого я горю больше всего. От лучше отдохни и попробуй завтра на свежую голову. Хуже этого, блять, написать в чат, когда у тебя что-то не получается, вот для человека, у которого что-то не выходит, хуже этого ничего нет. Я не хочу отдыхать. Не хочу пробовать завтра это говно. Я хочу добить его сегодня, чтобы, блять, его в жизни у моей больше никогда не было. И от того, что ты хуйню эту пишешь, лучше не станет. Завтра эта игра не станет, блять, лучше. Я, если я устану и вообще пиздец, я уйду, я сам знаю, когда мне надо уйти. Бля, ну вот я сгорел на очередного мудака и все хп потерял. Дальше уже и не имеет смысла. Да не хочу я никого банить, блин. Одни уебаны все равно. Кругом. Всех не забанишь, я это уже понял. Сейчас какой-нибудь придурок напишет, там, пользуйся нормальным оружием, не понимая, что эти хуилы не дамажат даже против пистолета, и я хочу сохранить патроны. И
Я понял, что скинули стрелочки. Мне не стрелочки сейчас нужны. До туда я и так могу дойти, но... Мне, к сожалению, не стрелочки нужны, короче говоря. К сожалению, одних стрелочек в этой игре недостаточно. Нужно еще и играть, пиздец как. Заново Пеппербой начался. Блин, пожадничал там. Думаю, не буду брать аптечку. Возьму на обратном пути, когда разберусь с теми херами в комнате. Все равно они меня надамажат. Разобрался. Сорвался, блядь, среди платформ, где не видно, куда ты падаешь. Ну, стоило ожидать. Вы не против, если я помолчу? Мне не хочется говорить. Я устал от этого говна. Надеюсь, никто не против. Да, путаны были бы безумно хороши в данной ситуации, но... Увы, путан не будет. Ой, блядь! Сейчас бы красную карту просрал. Так, там вроде ничего нет, кроме аптечки. Не хочу туда идти. Блин, жука болеть начала от этого говна. Эта аптечка, которую я не хотел брать, сама пришла ко мне. Теперь это уже необходимость. Блять, блять, ну пиздец, приплыли.